Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Салтыков Сергей. Вы находитесь на канале блога «Танцевальное развитие и совершенствование». Как преподаватель парных танцев с изрядным стажем и как танцор, я могу утверждать, что в отношениях мужчины и женщины в танце и в жизни есть много общего. Я бы сказал, что танцы – это очень концентрированная модель жизни, где все происходит быстрее, а эмоции ярче и сильнее. И знания об этом могут изменить ваш танец, а возможно и ваши отношения в лучшую сторону. Причем, общаясь со своими коллегами по цеху, преподавателями других парных социальных танцев, я понимаю, что и они за годы своей практики и карьеры приходят к таким же выводам. Итак, какие это правила? Правила парного взаимодействия. Итак, правило первое. Необходимо научиться говорить на одном языке, чтобы партнер тебя понимал. Ведь если ты говоришь на совершенном английском, а партнер знает русский, он может только догадываться по жестам и интонации, о чем идет речь. Если говорить о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, то необходимо, как в танце, научиться говорить на языке партнера. Те, кто говорят «я и так все знаю» или «почувствую», ошибаются. Сколько партнеров, столько и вариантов взаимодействия. И хотя есть общее правило, безусловно, количество частных случаев гораздо больше и разнообразнее. Наши встречи, как танцы с разными партнерами, это бесценный опыт. И чтобы он не был из раза в раз грустным и печальным, надо учиться. Ребята, знания можно передать уроками, опыт нет. Однако со временем уменьшается желание приспосабливаться ко всем. Появляются любимые партнеры, с которыми танцевать приятно, удобно. Вы можете не просто выразить всю гамму эмоций, музыкального сопровождения, но и открыться им в танце, рассказать что-то очень личное. Почему так происходит? Смотрите ниже. Если танцевать с худшим, чем ты, партнером, ты научишься компенсировать его ошибки. Будешь вести жестко, прямолинейно, но в конце концов, вероятно, устанешь, так как будешь тянуть на себе всю пару. Хотя кому-то это нравится. С одной стороны, это может быть и неплохо, но не танцуя с партнерами, которые соответствуют твоему уровню, можно испортить собственную технику и ведение. А ведь оно потребуется для танца с тем замечательным или с той замечательной, которую не нужно грубо кидать в шаги и поддержки. Танцуя с лучшим партнером, можно почувствовать, что он компенсирует тебя. И ты либо привыкаешь к этому и перестаешь себя совершенствовать, или наоборот, начинаешь учиться, используя бесценный опыт танца с лучшим, чем ты, партнером. И это действительно замечательно, если партнер стимулирует нас к развитию, делает нас сильнее и совершеннее. То есть танцевать можно с разными партнерами, учиться и, возможно, учить. Но помнить, что самый лучший партнер и самый счастливый танец не длятся вечно. После 4-5 танцев, как бы вы ни были очарованы друг другом, как бы не сносило крышу, стоит присесть и отдохнуть. Пообщаться, попить чая. Просто запомнить те ощущения, которые вы подарили друг другу. Надо чувствовать ту грань удовольствия, к которой мы все идем, но с которой можно переборщить. Дать отдохнуть партнеру, остановиться самому. Когда запас фигур, шагов, украшений исчерпан, вы показали друг другу лучшее из того, что могли, по нескольку раз, надо просто переключиться на общение. Отдохнуть друг от друга, станцевав с другим партнером. Вы отдали сейчас лучшую свою энергию, свои эмоции. И надо просто перезарядить свой эмоциональный аккумулятор
накопить силы для следующей танцевальной серии. Правило второе. Танец – это не просто взрыв эмоций. Это и механический подход к отработке шагов, запоминанию схем, к умению слушать музыку и обыгрывать ее. Поэтому необходимо понимать степень ответственности мозга за те или иные действия. Итак, левое полушарие нашего мозга во многом отвечает за создание стройной модели убеждений, за логику, анализ, за позиции ног и рук, за последовательность шагов. Оно контролирует речь, математические способности и аналитический подход. Также контролирует действия правой половины тела. Балансом выступает правое полушарие. Правое полушарие мозга отвечает за эмоции, за интуицию, за навыки ведения исследования, пространственную ориентацию, музыкальность, способность воспринимать разную музыку, мечты и сексуальность. Также в ведении правого полушария находится контроль над левой половиной тела. Поэтому, понимая, чего вам не хватает в танце, можно не только отрабатывать фигуры, а развивать нужное вам полушарие с помощью специальных упражнений. Ну, например, делать комбинацию на занятиях не только в правую, но и в левую сторону. Меняться ролями в паре, вести разными руками и так далее. В то время как левое полушарие стремится к сохранению существующей модели, правое все подвергает сомнению. Если расхождения слишком велики, правое полушарие заставляет пересмотреть наше мировоззрение. А если убеждения слишком сильны, правое полушарие может не преодолеть этого отказа и возникает когнитивный диссонанс. Возможно, именно поэтому все новое воспринимается нами с таким трудом, в чем-то сложившемся, устоявшемся и имеющим свои динамические и музыкальные традиции. Но чем более мы привязаны к своим убеждениям, к своей системе ценностей, тем менее способны сделать сознательный выбор для себя. Личностный рост и его побочные эффекты, такие как более интересный, более совершенный танец, такие как счастье, удовлетворение, стимулируются, когда мы не подвержены стереотипам в нашем поведении, когда мы движемся вперед, пробуя что-то новое, неизведанное ранее. Правило третье. Когда вам кажется какой-то элемент или схема очень сложным, не забывайте правило. Любую сложную в обучении связку гораздо легче выучить, разделив ее на несколько простых и уча каждый элемент по отдельности. Даже одно движение можно разложить на соответствующие составляющие части. Движение нужно отрабатывать медленно, осознанно, чтобы в быстрый темп они получались потом легко и красиво. Для этого необходимо потратить время для работы над собой. Но помните одно очень важное правило. Практика не дает совершенства. Практика дает стабильность. И в несовершенстве тоже. То есть, заучив движение неправильно, потом будет очень сложно переучиться. И часто неправильно заученные мышечные стереотипы очень мешают сделать свой танец легким, понятным и красивым. То есть надо заниматься сразу с хорошим преподавателем, иначе это будет лишняя потеря денег и времени, а зачастую и угроза вашему физическому здоровью и психологическому состоянию, так как неграмотное использование тела, взаимодействие в разных движениях, возможно, какое-то давление со стороны непрофессионального преподавателя могут привести к травмам, и комфорт вашего внутреннего состояния будет непоправимо нарушен. Правило четвертое. В социальном танце, в отличие от
скажем, спортивного. Главное – получение удовольствия. И тут все равны – и новички, и профи. Они одинаково заплатили за время вечеринки. Так что, научившись более или менее прилично танцевать, не отказывайте иногда в желании потанцевать с собой начинающим. Вы сами когда-то были на этом этапе. Люди имеют свойство расти. И вот вчерашний новичок может через какое-то время вас перегнать и отомстить, отказав вам в желании пригласить его или ее на танец. Пятое. Обучение в танцевальных классах направлено в основном на партнеров. И это правильно. Мужчина ведет. У женщин есть, кстати, такая поговорка на этот счет. Как мужчина ведет в танце, таков он и в постели. И несмотря на то, что партнеру действительно необходимо больше времени на обучение танцам, хороший преподаватель должен научить партнерш не быть бесплатным приложением к партнеру, не быть просто безвольным манекеном, но и не пытаться вести наравне с мужчиной, кроме тех моментов, когда это удобно и действительно необходимо. То есть в танце, как и в жизни, нужно приучать даму получать удовольствие от следования, от желания дать позитивное чувство мужчине, от того, что у него все получается в танце с этой женщиной, и он чувствует себя ведущим мужчиной. В танцевальных клубах для отработки каких-то персональных умений и навыков есть женские и мужские классы, где отрабатывают по одному свои шаги, свой собственный баланс, свою пластику, чтобы в парном танце вместе получать удовольствие, а не заниматься продолжением обучения, скажем, на вечеринке. Но поймите, друзья, нужно учиться быть мужчиной, женщиной, учиться отношениям в паре и распределению ролей. Да, у танцоров есть такая фраза: с хорошим партнером и табуретка танцует. Но несмотря на то, что в свое время знаменитый и неподражаемый Фред Астер демонстрировал незабываемый танец с вешалкой, это был все же не танец пары. Должны оба человека участвовать в процессе, взаимодействовать, вести и следовать, меняться ролями, помогать друг другу во время потери баланса. Не ждите, что в какой-то паре он будет идеальным. Нужно быть готовым его потерять, но понимать, как вновь парой обрести его. Нужно превратить танец в игру. Женщине давать возможность украшать себя, развлекаться, иногда перехватывая инициативу. А мужчина должен отвечать в танце в первую очередь за безопасность пары, за интересный танец с хорошим и понятным ведением, за комфорт. Но самое главное, они оба должны знать шаги этого танца, оба понимать язык танца, который их связывает, знать варианты разных комбинаций, иметь определенную подготовку, то есть уметь переносить вес, быть в балансе, стоять на своих ногах и быть готовым к разным неожиданностям. Несколько, на мой взгляд, взрывающих мозг сентенций. Хороший партнер следует почти столько же, сколько ведет. Хорошая техника – это возможность достичь большего удовольствия от танца твоему партнеру. Если же ты хочешь получить его сам, тебе нужна не хорошая техника, а партнер с хорошей техникой. Как бы вызывающе это ни звучало. На мой взгляд, худший вариант танца в паре, когда мужчина и женщина танцуют вместе, но при этом ни он, ни она не могут влиять на движение друг друга, предлагая вариант игры и получая мгновенную ответную реакцию. То есть он не ведет, а она пошла с ним и продолжает это делать, просто чтобы не сидеть одной на скамеечке, глядя, как танцуют другие. Это худший из вариантов взаимодействия, на мой взгляд, хотя кому-то это может быть и нравится, так как нет никакой ответственности друг за друга, полная свобода,
танцевальная вседозволенность. Второй вариант – это либо слишком мягкое, неуверенное ведение, настолько неконкретное, что даже хорошей партнерше сложно догадаться, чего хотел партнер. Либо слишком жесткое, дерганное, не дающее возможности расслабиться и почувствовать наслаждение от танца, заставляющее ее все время отвлекаться на желания партнера. Ну и самый оптимальный вариант – это предложить сделать то или иное движение самой, создать условия, ведя мягко, но уверенно, так, чтобы даме казалось, что она все делает сама. Причем неважно, какой у нее уровень танца. Главное, она должна чувствовать, что с этим партнером у нее все получается, и она счастлива. Но хорошая партнерша, это женщина, которая заставит тебя улыбнуться почти сразу же после принятия танцевальной позиции. Так как ты чувствуешь, что она здесь, с тобой, ты можешь не общаться через кончики пальцев, не говоря ни слова. Это та дама, которую ты можешь провести на что угодно, и она сделает так, что в ваших телах появится ощущение, что она читает твои мысли. Это волшебные моменты совпадения в парном танце, ради которых мы приходим и приходим на вечеринки. Однако, как в жизни случается это далеко не каждый раз, так и в танце. Встретить такого партнера очень-очень большое везение и удача. Ну и напоследок хочу добавить. Если говорить о том, что все имеет две стороны, то необходимо отметить, что парные социальные танцы могут стать как источником вдохновения, так и большой ловушкой для неопытных партнеров и партнерш. То есть на паркете во время танца у вас может быть полное слияние и совпадение, и ощущение того, что это партнер мечта. И в жизни он точно такой же, как в танце. Это иллюзия. Видение и ведомость – это технические навыки. И не всегда они говорят о богатом внутреннем мире, о духовной составляющей. Так что ваши ожидания и фантазии могут превратиться в боль и разочарование. Во время танца не нужны слова, за вас говорят ваши тела. А после, желая продолжения словесного диалога, общения, вы понимаете, что поговорить-то вам в общем и не о чем, или вы говорите на совершенно разных языках, и у вас противоположные системы ценностей. Поэтому, встретив идеального партнера в танце, получаете удовольствие именно от танца. А уж как дальше сложится ваше общение, будет видно.